Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Кроме того, по результатам надзорной проверки в связи с ненадлежащей профилактической работой с матерью несовершеннолетней прокуратурой Клецкого района внесены представления в адрес руководителей органов системы профилактики. Также мать в судебном порядке ограничена в родительских правах в отношении троих малолетних детей, которые в настоящее время находятся в социальном учреждении.